Всем привет, меня зовут Вика, и в этом видео я вам хочу рассказать о своем первом марафоне для фигуристов. Я запустила такой марафон или онлайн-сборы, который подойдет для любых абсолютно фигуристов, которые никогда не пробовали себя фигурным катанием, хотят сделать только первые шаги, так и для тех, кто уже занимается фигурным катанием и хочет подготовиться к новому сезону. Именно поэтому я назвала этот марафон «Подготовка к новому сезону». Для удобства у меня даже появился свой телеграм-бот, в котором вы можете посмотреть абсолютно всю информацию об этом марафоне. Если у вас вдруг останутся какие-то вопросы, вы можете написать лично мне. А в этом боте представлена программа. Сейчас вы ее тоже здесь увидите. Это расписание. Марафон длится 7 дней, каждый день по 2 тренировки, чтобы не перегружать мышцы и просто спокойно подготовиться к новому сезону. В общем, в этом боте много всего полезного. Если вам интересно, можете перейти по ссылке в описании, потыкаться. Также я оставила свой основной телеграм-канал. Ну, а в этом видео я вам хочу рассказать все подробнее, чтобы у вас точно не осталось никаких вопросов. И почему я выбрала именно такую программу, зачем я вообще все это делаю. В общем, все об этом марафоне вы узнаете в этом видео. Долго работала над этим марафоном, и сейчас хочу подробнее рассказать именно о расписании, почему оно такое, и как можно за 2 тренировки в день, за неделю достичь какого-то результата. Эти тренировки очень базовые, очень стандартные, но не поверхностные, то есть в них есть и углубленная информация, в них есть абсолютно все про то, что вам будет нужно на определенном этапе. Хочу объяснить, почему именно такое расписание. Допустим, сначала в первый день у нас идет растяжка. Возьмем в пример ее. Мы растягиваем мышцы, мы просто учимся. Понятно, что вы не сядете за одну тренировку на шпагат, если вы никогда не растягивались, но я вам покажу упражнения, которые вам помогут это сделать в дальнейшем. И это ваша первая ступень, вы учитесь растягиваться. Следующий день вы учитесь статике. То есть у вас появилась какая-то растяжка, вы немного растянулись, и в следующий день вы уже закрепляете эту растяжку статическими упражнениями. Статика — это уже ваша вторая ступень, и все идет по нарастающей. Дальше, в следующий день, мы учимся хореографии. Я вам показываю также какую-то базу, что-то очень важное, что нужно любым фигуристам, потому что хореография — это неотъемлемая часть фигурного катания. И это уже и статика, и растяжка, и все вместе дает в себе хореографию, плюс подкачка мышц, чему мы тоже научимся заранее. И все это выливается в хореографию. Это уже третья ступенька. И в последнем этапе, так сказать, будут сами вращения, к чему мы идем, зачем нам статика, зачем нам хореография отчасти. Это во вращениях. И это уже следующий урок. Поэтому это все идет по нарастающей, вы можете это все комбинировать, все эти тренировки, они вам помогут в дальнейшем, они не одноразовые, они вам правда помогут, там будет много упражнений, возможно, которые вы сейчас не сможете сделать, но вы будете тренироваться и сможете их сделать в дальнейшем, и эти видеоуроки останутся с вами навсегда, что очень важно, то есть вы их сможете пересмотреть хоть через год, хоть через два, все это будет с вами, и поэтому эти тренировки точно вам помогут. И точно такие же ступеньки есть и в тех же ФУП, СФП, прыжках. В общем, все продумано, все идет так, чтобы вы могли дойти до результата просто и быстро. Каждый день тренировки разные, поэтому, если вы захотите, вы можете делать этот комплекс каждую неделю, потому что он работает именно в том, чтобы его повторять часто, потому что ни одна тренировка не похожа на другую. Я думаю, вы поняли плюс-минус по расписанию, что, как, зачем идет, почему все именно так. А сейчас я вам хочу еще рассказать про последний день. Он самый интересный. Последний 7-й день, он не будет тренировочный, это будет воскресенье, 28 июля. На нем мы с вами встретимся в прямом эфире, вы можете задать мне абсолютно все вопросы. Мы разберем с вами, можем разобрать и технику, и вообще все, что вы просто хотите. У нас будет такой мини-выпускной с награждением. Просто все-все-все, самое интересное будет в этот последний день. Вам будут вручать сертификаты, и вообще будет очень круто. Сами уроки, тренировки будут записываться в записи. То есть это будет формат обычной онлайн-тренировки. Вы сможете ее включать и делать. Все очень удобно и понятно. Вот, но если вдруг у вас останутся какие-то вопросы, вы в любой момент сможете написать в чат.
В чате я всегда и всем отвечаю на все интересующие вопросы. Также там будут сами участники марафона, то есть вы можете спросить что-нибудь у них, можете познакомиться, можете общаться. В общем, будет все очень интересно и здорово. Также для этого марафона будет создан отдельный телеграм-канал, где я буду писать все о тренировках, что вам там нужно, когда она будет выходить. Вот. Но и еще один важный факт, что я буду делиться с вами какими-то лайфхаками, то есть будут лайфхаки для фигуристов, какая-то мотивация, просто какие-то красивые картинки с фигурным катанием. В общем, обычный такой прям лайф-канал, в котором будет куча фигурного катания. Все там о фигуристах, о каком-то еще, вы можете сами задавать какие-то вопросы, я их буду прям расписывать, там писать целые посты о том, что вам будет интересно прочитать, просто обо всем мире фигурного катания. Все это будет там. Возможно, у вас сейчас остались какие-то базовые вопросы, вы их можете задать лично мне в моем ЛС в Телеграме, я ссылочку оставлю в описании, или же открыть бот, потому что там собрана более конструктивная информация по каким-то прям супер базовым вещам. Все, что вам нужно, вы найдете там. И теперь перейдем к стоимости. Сколько же это стоит? Все, что я озвучила, будет стоить всего 150 рублей. Это минимальная цена. По сути, она вообще у меня никак не окупится. Это я потрачу гораздо больше на этот марафон. Просто хочу хотя бы частично купить свою работу над этим марафоном, вкладывание всей информации и вообще своего времени, сил. Поэтому это минимальная цена. Я хочу, чтобы в нем поучаствовали как можно больше людей. И я даю вам такую возможность за небольшую цену. Я надеюсь, у вас не осталось уже никаких вопросов. И если вы хотите купить этот марафон, то также пишите мне в ЛС. Вы все сможете спокойно оплатить, я отвечу на все вопросы еще раз. И надеюсь, вам понравится этот марафон. Можете следить за мной в моем телеграм-канале, я там также буду писать вообще об моих тренировочных днях. Поэтому я говорю спасибо за просмотр и всем пока-пока!